Ну что, открываем? Очень, кстати, крутая коллекция. Кто еще собирает Барби, напишите нам в комментариях. Мне, кстати, очень нравится, что этот сюрприз лежит в мешочке. Там не видно, что внутри. Привет, меня зовут Маша. И сегодня у нас распаковка вот такой вот посылки от Мама Бокс. Там много подарков и сюрпризов. И они все должны связаны быть с мамочкой. Давайте в этом видео мы будем искать ассоциации с мамой. Ну что, открываем? Итак, открываем. Вау, сколько тут у нас красивых и крутых подарочков. Кстати, кто не видел первую часть, где мы распаковывали посылку, которая немножко пострадала при перевозке, то ссылочка будет в описании на это видео. Переходите и смотрите. И сейчас мы достанем из этой чудо-коробочки сюрпризики. Вот первый. И это Кен. Это мальчик, куколка Кен. Маша, как же Кен связан с мамой? Наверное, это муж мамы. Точно. Вот этот Кен, это муж мамы. Ты хотела такого Кена? Да. Давай откроем, посмотрим. А посмотрите, сколько здесь есть. Да, вот в этой коллекции модные Барби. Есть очень много разных Барби. Маша собирает эту коллекцию. У нее уже есть несколько из них. Но Кена еще не было. Это очень, кстати, крутая коллекция. Кто еще собирает таких Барби? Напишите нам в комментариях. И мы открываем. Так мечтала о Кене. У меня еще никогда не было мальчиков таких. Он здесь еще с ногами привязан. Вот такой вот Кен. Он такой красивый. Он блондин. У него вот такие вот белые ботиночки. Я довольна подарком. И открываем. О, посмотрите, ребятки. Здесь сын мамы. Точно, это у нас маленький мальчик. Кстати, от фирмы Еви. В этой серии все девочки у тебя есть, они с колясочками, с машинками. А это вот первый мальчик. Его имя Тимми. Я его назову Тимми, как и написано на упаковочке. Вот, у тебя уже пополнение у твоих Барби. Есть уже папа, есть маленький мальчик. Братик будет твоим куколкам. И вот у нас такой мальчик. В наборе к нему идет скейт. У твоих кукол Барби еще скейта не было. А скейт салатовый с сердечком, с зелеными колесиками. Так, вот такой вот мальчик с таким скейтом. И он, кстати, похож на папу своего. Да. Блондина 2. Вот такие у тебя подарки. В этой коробке еще есть какие-то подарки? Конечно. Какие там подарки? Здесь еще есть вкусно мама. Ух ты! Ну конечно, как же в коробке мама бокс без вкусно мамы? Так, это у нас что, вкусно мама капризель? Угу. Да? Да. У нас здесь там вообще какой-то сюрприз. Мне, кстати, очень нравится, что этот сюрприз лежит в мешочке. Там не видно, что внутри. А там что? Сережки. Ух ты, сережки. Давай посмотрим, это точно сережки? Мне кажется, сережки. Да, класс. Вот это подарочек попался. Вот тебе, такие, кстати, никогда еще сережки не попадались вкусно маме баночки. Ох ты, какие серьги. Хочешь, мы сейчас тебе их оденем? Поменяем твои на эти, хочешь? Угу. Сейчас мы переоденем Маши сережки и дальше включимся. Вот такие вот сережки. Они такие висячие. Мне такие нравятся. Вот, мы уже примерили сережки. Маше они очень идут. Ну что, теперь распаковываем вот эти вот кукурузные шарики в шоколаде. Давай, открывай. Вот такая вот внутри вкусняшка, красота. Угу. И теперь будем открывать следующий сюрприз. Угу. Что же мама бокс нам приготовил и прислал? Ням-нямс. А как он связан с мамой? Как же этот ням-нямс связан с понятием мама? Как вы думаете?
Мне кажется, мама все время кормит деток. И детки делают ням-ням. Мне тоже так кажется. Поэтому этот сюрприз как-то вот так связан. А у вас какие ассоциации с ням-нямсом и мамой? Напишите нам в комментариях, нам тоже будет интересно. Ням-нямс у нас второй серии. Это сюрприз. Тут может быть игрушка с блеском для губ или штампом. Ну, вот такие вот ароматы могут быть блесков для губ и ароматы штампов. Ну что, откроем, посмотрим, что там. Так, распаковали. Мне эти, кстати, баночки очень похожи на йогурт. Это еще может быть одна ассоциация, потому что йогурт полезный, и мама все время дает йогурт своим деткам. Вот такой вот лист коллекционера, вот такой он большой. Здесь указаны все игрушки и бальзамы. А еще здесь есть вот такой вот пакетик с ням-нямсом. И у нас здесь... Что это такое? Это штампик? Я не знаю. Похоже на блеск. Блеск? Я не знаю. Вот такое у нас сверху крышечка. А мы сейчас поищем. Резиновая. С каким-то непонятным, я не знаю, тортиком. Сверху вон трубочка. А тут у нас ням-нямс. Или ежевика, или виноград. Но он тверденький такой. Мне кажется, это штампик будет. И что, это у нас штампик или бальзам для губ? Да, точно, штампик. Штампик, и давай попробуем, что это у нас за картинка. Мама, бокс и штампик. Ю-ху! А у нас штампик ням-ням. Он пахнет виноградиком. Так, у нас ароматы у штампиков. Это, наверное, все-таки ежевичка. Штампик. С дикой ягодой, лимоном, мятой или вишней. Это дикая ягода. Вот, да, штампики могут быть с дикой ягодой, лимоном, тортиком, сладкой ватой, мятой или вишней. И у нас попался штампик. С дикой ягодкой. Вот такой вот штампик с дикой ягодой нам попался. Давай посмотрим, в каталоге его найдем. Fast Food Ням Кола Лайм. Вот такой вот из этой коллекции. И штампик «Дикая ягода». То, Маша, дальше распаковываем? Да. Показывай мне, что там еще в коробке есть. Здесь еще есть разные палочки для... 3D-ручки? А я знаю, как эти палочки запасные для 3D-ручки связаны с мамой. Как? Но вы в жизни никто не догадаетесь. Знаете, открыть вам секрет. Да. Я Маше обещала к ее ручке купить запасные вот таких точно. Цветов палочки. И... У вас какие могут быть ассоциации таких палочек с мамой? Ой, а мне очень вот эти вот желтые напоминают макарошки. Это мама готовит еду макарошки. Может быть. И вы нам напишите в комментариях, какой у вас может быть ассоциативный ряд. Зеленые и серые макарошки. Это что-то новое. Детские макароны бывают такие цветные. Давай, что у нас там еще интересного есть? У нас здесь есть опять «Вкусно мама». Опять «Вкусно мама». Но я даже уже не удивляюсь. «Вкусно мама», она напрямую связана с мамой. У нее даже название похожее. И какая у нас там игрушка? Вот такая вот. Вот такая вот поняшка. Мы, кстати, уже открывали поняшку. Это тоже у нас, наверное, повторка какая-то. Такая вот красивенькая пони. И что у нас в баночке? Там должна быть сладкая вата. Вот такая сладкая вата. Отлично. А что еще в нашей чудо-коробке? Там у нас еще... Что там? Еще одна вкусная мама. Еще одна вкусная мама. Так, и тут у нас что? Куколка. Ой, какая там красивая куколка. Мы, кстати, фей с тобой еще не собрали всю коллекцию. Пони у нас есть вся коллекция. А феечек еще нету. Открывай. Вот такая вот феечка с крылышками. И смотри, у нее на кофточке зернышко от подсолнуха. Это... Ты помнишь, как ее зовут? Нет, я не помню, как ее зовут, но я знаю, что это фея солнца. Подскажите нам в комментариях, как зовут эту феечку. В желтеньком платьице, красивенькую, с красивеньким таким личиком, с темными волосиками. Как ее зовут? И у нас здесь начинка. Ну, вы уже знаете, какая. Да, рис в карамели. Вот рис в карамели, и там у нас ложечка, чтобы его кушать. У нас, кстати, в этой посылке Мама Бокс пришло 3 сюрприза от «Вкусно мамы», и мы собрали всю коллекцию начинок.
Рис в карамели, сладкая вата и кукурузные шарики в шоколаде. Нет. Давай посмотрим, может там еще у нас что-то есть? Нет, там больше ничего нету. Вот такие вот классные подарки у нас попались в мама-бокс. А по секрету скажем, что этот мама-бокс мы придумали сами. Это наш DIY. DIY Мама Бокс. Всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Наша Маша. И всем до новых встреч. Пока-пока.